27 октября в информационной программе «Ватан» туркменского телевидения был показан сюжет с церемонии вручения работникам военных и правоохранительных органов медали «Мялик Гулыберды Мухамедов» и присвоения им очередных воинских званий. Государственные награды, как сообщил диктор, вручены по поручению президента страны Гурбан Гулыберды Мухамедова по случаю 26-й годовщины независимости Туркменистана. Среди награжденных присутствовал и сын нынешнего президента Сердар Бирды Мухамедов, которому было присвоено звание полковника. Наблюдатели отмечают, что в последнее время все чаще Сердар стал появляться на публике, упоминаться в СМИ и в общем показываться в обществе с положительной стороны. В связи с этим не исключается, что младший Бирды Мухамедов готовится в качестве преемника своего отца что, в принципе, на сегодняшний день стало обыденностью в странах Центральной Азии.